Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня хочу продемонстрировать вам простой, быстрый и универсальный способ посадки любых семян, картофеля, рассады с помощью вот такого вот простого инструмента, как ручной плуг. С помощью него мы будем делать бороздочки, в зависимости от того, что это семена, рассада, перца или помидор. Или картофель, будет зависеть глубина этих борозд. Так как у меня участок не очень широкий, не очень большой, то я буду использовать именно такой ручной плуг. Ну а можно приобрести также насадки на мотоблок, который там будет 2-3 плужка таких, для того чтобы засаживать большие плантации. Для того чтобы ряды были у меня более или менее ровными, я буду использовать вот такой самодельный маркер, то есть две арматурины, вдавленные в землю, между ними натянут шпагат. Расстояние между рядами у меня примерно 50 сантиметров. Вот такие бороздочки у нас с вами получаются для помидоров. Их мы делаем чуть глубже, чем для перца, так как помидоры садятся глубже. Вот. После обработки мотоблоком земля очень мягкая, пушистая, поэтому в принципе ее очень просто обрабатывать с помощью такого ручного плужка.